Дима катается у нас последний раз на качелях. На память снимаем, да? Дачу продали, все. Сегодня вот, вчера был последний день, а сегодня и завтра домой. Да, больше уже не попадешь на дачу, все. Запомни ее такой хорошей, красивой. Площадочка была, делали когда-то для нас детей еще. Когда мы детьми были, лет 16 мне было. Деревья тут вот срублены, но они уже растут, кстати, кусты. Мне кажется, лет за 5 все вырастет. Дерево одинокое. Березки какие, вон, красивые, посадка. Сажали тут. Че, уже накатался? Че так? Да. Дожди еще не остановилось. Кто? Тут мелочек, кто-то забыл. Да. Это я на Ксюшу еще потеряла. А что ты будешь рисовать? Ксюша. Одень правильно сначала, Дим. Да? Планцы правильно одень. А как? Вот так, да. А ты не мелочек. Я с собой взял. Досточки здесь поменяли. Вот эти качели. На столбе. На столбе. Березка бедная, березка бедная. Бедная, вся из ковыры, ковыряли. Бедная. Рисуй лучше здесь, на асфальте, Дим. Да, на этой площадке много мы играли, бегали, рисовали, что-то придумывали. У нас была целая компания детей. Здесь прошло мое детство. С 4 лет я здесь была. А то, может, и меньше. А, нет, подождите, какие 4-то. Постарше я была. 4. Старше, да. Лет 7, 6, 7, наверное, мне было. Здесь всегда помойка была, она и осталась. Деревья какие красивые. Большой кругозор. Там домик. После этого домика наша дача. Приходит хорошим людям. Спокойные люди, хорошие. Будут заботиться о нашем саде. Ты куда ходил-то? Да, тут все посрубали. Все посрубали, посрубали. Вон. Не трогай, сейчас тебе отлетит она в лоб. Там вон, поля видно. Сейчас, подожди. Куда ты его? Зачем ты меня пачкаешь там? Видишь, как красиво. Елочки. Молоденькие елочки здесь. Посадили. Какие красивые. Сосновый сад потом будет. Бор. Сосновый бор будет потом. Что-то там такое. А, грибы. Ты куда там присел? На пенек? Так красиво здесь прям. Аккуратненько. Посадили вон елочки, какие маленькие еще. Они быстро выросли. Дим, не трогай. Дима, Дима, иди сюда. Это дерево. Идем сюда, Дима. Что ж такое? Ты даже чужое трогаешь. Ты сейчас за нос зацепишь? Да, у дерева. Конечно. А это смотри, как опасает дерево. Да, это наверху спилили ее. А тут... Оставили такой пенек здоровенный. А тут смотри, вот спилили, вот смотри. Спилили, а ты сюда присесть пытаешься, да? Да, а тут вот кому-то мешало дерево. Там что-то вывозит вон. Глину, наверное, опять. Спасибо тебе.
Интересно. Ой. Наша линия. Рябиночка. Здесь рябинка растет. Жалко, из нее только ничего не делают толком. Собираешь, сушишь, а толку нет. Никто не собирает, никому она не нужна особо. Слива здесь у соседей. Так выглядит наша линия. Последний раз по ней поднимаемся. Виноград здесь, когда-то дача была заброшенная, я собирала здесь виноград черный, готовила из него компоты разные. А сейчас уже не заброшено, уже все, не успеваешь собрать. Дом красный. Дача. Наша, да? Красиво смотрится отсюда. Домик наш. Красивый домик. Сборы, сборы, яблок, груш. Черемуху собрала. Мяту завтра буду собирать. Ух ты! Полетел куда? Самолет. Сюда! Сюда! Да, какой красивый. Из-за него. Ух ты, какой красивый самолет. Да. Ай, потеряла. Да что ж такое? Никак я не могу его найти. Он за вот там. Попадает он. Он за вот там. Вон. Уже вон там. Я не могу остановить. Да, заснять хотела, не получилось. Ой, все попало. Красивый самолет какой. Ох, какая красивая. Сад какой очаровательный. Последний вечер в саду. Последний вечер в саду. Таком красивом. Грустно, грустно так. Грустно. Расставаться. Грустно, больно. Больно. Самолет так низко полетел. Теперь деревца будут принадлежать другим людям. Все наши деревья. Да, Дим? Колупать будет, наверное. Там другой мальчик есть. У них сын есть, мальчик. Будет колупать, да? Ты ему расскажешь завтра, как это делается, да? Все, я расскажу. Как колупать деревья? Кору как обдираешь. Расскажешь? Ну, да? Вот. А, ты даже покажешь. Я думал, ты расскажешь. Все. Прям. Оказывается, даже 30 лет деревьям. 30. Вот я обдирачка. Маленькая. Та... Ба, а тут-то что такое случилось? Сделай. Что такое? Липкий, да.
Что ты там бросил? Сетку. Плохо. Сетку. Хулиганить начинаешь? Уже домой хочешь, да? Домой уже Дима хочет совсем. Да? Красивый сад. Солнышко. Мне нравится, как падает тут теперь. То была тень, когда солнышко вставало с той стороны. Теперь закат. Здесь вот солнышко. А здесь какие полосочки красивые, а? А я сейчас тебя ноги облю. Да, ножки облял. Ну, будешь ходить с мокрыми носками теперь. Что ж ты, аккуратнее надо. И тут тоже, как красиво. И там вон полосочки. Красота. Можно смотреть вечно. Ходить по саду и любоваться. Бабуль вот 5 метров. Деревья друг от дружки. Мне кажется, меньше. Хотя 3-4. Может, и 5 даже. Хотя тут, да, вон дерево. Прям. Хотя, да, 5 метров. Издалека кажется, вроде меньше, как будто. Здесь пошире. Хорошая. Чего? Бег, давай побегай последний раз по саду. Потом будешь смотреть себе, пересматривать видео. Чего? Мелком? А где ты будешь рисовать-то? Да, может, побегаешь сначала, а потом порисуем. Сегодня даже не покатался на велосипеде. Кто? Мама. А почему с собой ты не убрался? Яблоки все собрали. На! Это желтый? Желтый. А где он был? На площадке мы с тобой его нашли. Благодать. Красивая.